получила документы. До этого ты не выходил на связь. Что-то произошло? Нет, все в порядке. Просто не было связи. Фух, я уже была начала волноваться. Мы приступили к изучению документов. Я сообщу о результатах. Здорово. Это инженер. Да, узнал. Чем могу помочь? Это ты верно заметил. Именно помощь мне и нужна. Ой, я же тебе помог тогда, а? Помог. Вот и ты мне теперь помоги. Меня уже второй раз напрягает местная шайка мародеров. Не мог бы ты с ними, пообщаться? Ну, у меня пока нет дел. Я помогу. У одного из этих скотов есть кулончик. Он моей жены. Они забрали его, потому что он блестит, мать его. Подумали, что драгоценный. А он мне дорог. Я хоть и спился к чертям, бомжа какого-то превратился, но вещица эта мне дорога. Я понимаю. Без проблем. Они в луче один обосновались. В квадрате F5.
Thank you.
твой кулон. Спасибо тебе. Вот награда. Это не обязательно. Это уж мне решать. Давай, удачи. Здравствуй. Мы изучили документацию, но в ней нет ничего о жертвах в подземке. Однако, судя по отчетам, они как-то связаны со станцией М2. Состав выходил именно оттуда. Тебе нужно попасть на эту станцию и найти какую-либо информацию, которая поможет расследованию. Где находится М2? В квадрате H5. Но учти, там полно солдат. Попробуй пробраться скрытно. Но если хочешь прорываться с боем, то будь готов к отпору. М2 охраняется.
Боже, как же тяжело бегать. Теперь меня легко услышать.
Элеонора, я внутри. Куда двигаться? Тебе необходимо найти вход во внутреннее помещение станции и зайти внутрь. Пробрался внутрь станции. Прием. Что там? Здесь какое-то устройство. Похоже на ядро. Светит очень ярко. Конвертаторы. Кажется, я не могу понимать. Так, найди какие-нибудь документы. Две папки отчетов и инструкции у меня, но есть проблема. Судя по звуку, вход был заперт. Я не смогу вернуться тем же путем. Секунду. Так. Там есть выход. Впереди тебя будет коридор, а за ним некое углубление с туннелем наружу. Я не знаю, что там, но судя по плану, ты сможешь выбраться. Я попробую.